Полицейский патруль снова в деле. Всем здорово, друзья! И полицейский путь не продолжается. Вы просили, вы умоляли, и, наконец, новая часть. Сегодня, друзья, у нас будет совершенно новый мод, новая тачка и приодел Франклина. Довольно симпатично смотрится. Хорошо, у нас сегодня есть автомат, пистолет, дробовичок. И сегодня будет совершенно новый мод, друзья. Оценим, напишем в комментарии, стоит снимать с ним, либо не стоит. Но мне кажется, он очень интересный. И напоминает GTA 3, играть за копа. И, друзья, у нас сегодня есть и Lamborghini, McLaren, есть российский УАЗик. Мы возьмем, наверное, тачку Робокопа. У зла нет шансов. Ну что, мы садимся, мы включим сейчас мод, сегодня будут у нас ночные погони, и погнали, друзья. Нам дали 3 минуты, первый уровень и 0 убийств. Нужно просто приехать на место преступления и просто убить преступника, друзья. Все элементарно и просто. Включаем сирены и погнали. Ночной Лос-Сантос ждет нас, потому что это полицейский патруль. Так, мне кажется, нужно это... Как красиво мы вмазали сразу же. Смотрел на преступника... Хорошо, у нас, по идее, будет всего лишь один преступник, и с повышением уровня у нас будет, конечно же, больше преступности. Это, друзья, реально очень интересно. Интересно будет уже на 10 уровне, там преступности реально будет очень много. Так, он прям внизу, что ли? О, повернул, я увидел его, и сейчас подъедем. Мы просто реально наперед едем. Едем наперед, Франклин, сейчас мы его арестуем. То есть нужно просто его убить. У него будет пушка, конечно же. И вот он, друзья. О, как он вмазался. Смотри, какой-то неадекватный. Полицейский патруль, чувак. Какой шикарный выстрел. Красотка, все в порядке. Ночные погони в Лос-Сантосе продолжаются. Ну что у нас дальше? У нас, по идее, теперь будет 2 преступника. И, друзья, то же самое. Нужно просто убить. Потом будет 3 и так далее. Я помню, в GTA 3 было что-то подобное. Если у вас тоже было что-то подобное, пишите в комментариях. Интересно, сколько у нас людей играло в GTA 3? Да, помню, было за пожарного, за скорую помощь, но в GTA 5 такого нету. О, копы, тоже работает. Хорошо, вот наши преступники, и походу то же самое. Нет, он решил поехать чуть дальше. Сейчас на перерез, конечно же. Погодите секундочку, где-то внизу, что ли? Там, по идее, ездит поезд. Он прям едет по рельсам. Черт возьми, кажется, заехал в туннель, друзья. Да, у нас время закончилось. Ну, он реально едет просто по туннелю, ну, внизу, друзья. И тут есть решетки, но я не смогу спуститься. Он решил развернуться. Поехали обратно. Да, догнали преступника, время у нас снова в ноль. И просто нужно догнать и убить его. Слушай, ну, реально едет по рельсам. Неадекватный преступник, и это, в принципе, в плюс этому моду. 2 года я ожидал обновы этого мода, и, наконец-то, я дождался. Черт возьми, где тут можно съехать? Вот реально в пригороде... О, можно, кажется, съездить. Реально в пригороде, он решил обратно поехать. Интересно, а там не сможем проехать? Черт возьми. Нужно даже на пешком, наверное, пойти. А хотя можно попробовать тут, наверное, спрыгнуть. Ну-ка, ребята, расступитесь. Полицейский патруль снова в деле. Слушайте, он довольно быстро набирает скорость. Он уже далеко уехал от нас. Он буквально здесь был, пару секунд. Ну-ка, погнали. Это, конечно, будет интересно. Погоня и все такое. Там, наверное, сейчас поедет поезд. Так, это кустики. А он решил поехать обратно в нашу сторону. Карта изменилась, и вот наш преступник. Один выстрел, и ребята выходят. Мы тоже выходим, открываем огонь. Что, реально, они отстреливаются. Вот это погоня, вот это понимаю. Слушай, реально, туда-сюда, и поехали дальше. Так, секундочку, остановился. Нет, у нас есть, по идее, дробовичок, у нас есть автомат. И сейчас мы просто берем, расстреливаем. Поехали, он поехал дальше. Он подумал, где интересен поезд. О, развернулся. Какой неадекватный преступник. И поезд едет в нашу сторону. Успели развернуться, в принципе, хорошо. Да, он короткий. Он поехал обратно. Мы поехали в обратную сторону. У нас всего 2 уровень, друзья. И реально очень сложно его поймать. Он туда-сюда и очень быстро набирает скорость. А он решил все-таки поехать дальше. Мы поехали прямо за ним. Нужно все-таки открывать по колесам огонь. А вот что тут происходит? Так, один готов. Я даже не знаю. Походу, напарник готов. Эх, прям по колесам. Полицейский разворот и погнали. Слушай, ну поехал обратно. Что за клоун сидит там? Я даже не представляю себе. Жалко, у меня нет РПГшки. Я бы давно вышел бы из РПГшки, его просто загасил. Но у нас довольно
А решил развернуться? Мы ожидаем, конечно же. Берем, наверное, автомат и его ожидаем. Ну что, друзья, открываем просто очередь, полностью очередь, прям по машине. Черт возьми, нашу тачку просто раскромсали. Третий уровень, друзья, 3 убийства. Ну, поехали дальше. Реально мод интересный. Нашу тачку маленько разбили. Ничего, фара работает. И погнали дальше. Нужно сперва выйти. Это, конечно, проблемка. Выйти отсюда. Хорошо, быстренько найдем где выход. По идее, у нас уже наступает утро. Мы всю ночь гоняли за одни преступников. Это найс. Так, хорошо, где можно найти... О, есть преступник поблизости. Да, он сразу появляется. Нужно найти где-то проход, где можно подняться. Сейчас попробуем, наверное, спрыгнуть отсюда аккуратненько. По тормозам сразу. Давай-давай, Франклин, давай-ка. Все чудесно, только нужно забраться. Он рядом с нами, но я даже не знаю, где тут можно забраться. Сейчас, наверное, прокатимся здесь и посмотрим, где можно поверху залететь сверху. Тут довольно высоко. Ох, можно залезть. Сейчас залезем, поймаем преступника. У нас есть 2 минуты. 2 минуты, слишком долго мы, конечно, забирались. Какой-то песик. Песик с утра пораньше. Утро у нас прекрасное. Вот Сантосе, преступник у нас не дремлет. Какой рассвет. Погнали за преступником, какой рассвет. Да, конечно, райончик, друзья, не очень. Мне он очень не нравится. Слишком много эти переходы поверху. А, поехали прямо. Поехали прямо и прямо на перерез. Это сейчас будет экшен. Кажется, он быстрее. Кажется, он едет прямо по мосту. Да, черт возьми, эти мосты. Реально их ненавижу просто. Так, там, по идее, у нас трасса. Сейчас поедем дальше и все-таки где-нибудь его поймаем. Поймаем. Реально, в пригороде будет гораздо интереснее с этим модом, с этими преступниками. Да черт возьми, ну поехали параллельно ему уже. И сейчас где-нибудь подрежем. Блин, нас подрежут. Все нормально, чувак. Извини, да полицейский патруль, у нас нет никаких прав. Нужно поймать преступника любой ценой. Так, он реально гонит по шоссе. Они так гоняют очень быстро, и он решил еще по шоссе погнать. Но это не очень-то адекватно. Поехали здесь, сейчас едем здесь. Надеюсь, он... Да, он поедет по шоссе без проблем. Сейчас будем сразу открывать огонь по колесам и сразу его гасить. Хотя можно... Ребята уступают. Довольно вежливые ребята, мне нравится. Гоняет он очень быстро. Да, эти преступники реально очень быстро гоняют. А предыдущий мод мне очень не нравился, потому что часто зависал. И поэтому выходил одна серия в месяц, потому что слишком часто с ним парился. А с этим модом были какие-то проблемы, но я их решил, и теперь, в принципе, нормально, стабильно. Слушайте, реально, он ездит очень быстро. У нас всего лишь 3 уровень, черт возьми, а он едет как быстро-то. Я даже не успеваю. Тачку даже я не прокачивал, в принципе, но она очень хорошо набирает скорость. Управление на ней тоже хорошее. Ребята, в сторону давайте, полицейские патруль, все к обочине. И преступника тоже к обочине. Где он, кстати, не вижу. Очень много машин, я вижу. Неадекватно я вижу. Открываем огонь. О, спокойно, спокойно. Решил просто остановиться. Мы тоже вышли. Ребята, выходим по одному. Так, один готов, по идее, там их еще 2. А они не хотят выходить. А в чем проблема? Ну-ка, подойдем поближе. Надеюсь, мне не советуют тачки. Ох, нет, все-таки вышел. Ух, да, у нас автоматный перевес. Да черт возьми, меня решили прокатить. Сейчас, вставай, мой хороший. Вставай, вставай, быстрее, мой хороший. Так, не вижу, отметки я вижу на карте, я не вижу. А, раненый. А вот, походу, другой у нас. Да черт, опять нас снова сбили. Это трасса, детка. Так, где-то чувак еще внутри, походу. Так, выходить будешь? Охота не будет, друзья. Ох, это что такое? Приехали копы какие-то? Секундочку, у нас появились 2 отметки. У нас новый уровень и 2 отметки. Полицейская тачка. Походу, угон полицейской машины. Поехали дальше. Наша тачка просто вся в хлам, но ничего страшного. Мы продолжаем свой день. Наш будни продолжается. Кстати, 1 отметка. Были 2 отметки, теперь 1. Походу, мне показалось. Хорошо, поехали. Дальше, по идее, будет 2 отметки, 3 отметки. Помню, в GTA 3 было даже 4 отметки. И там было... Какие-то отметки появляются новые. Так, хорошо, у нас есть 1 отметка и прямо перед нами. Так, полицейский патруль, ребята, остановитесь. Так, они остановились и ожидают дальнейших указаний. Хорошо, мы выходим. Наверное, возьмем дробовичок. Ребята, выходите. Вытаскивают свои задницы. Так, открыли огонь, и они сразу вышли, огонь тоже открыли. Ух ты, жесть, прям в нашу сторону. Ух, сколько кровища. Да, дробовичок, конечно, то, что нужно. Так, чувак на земле, его добиваем. Так, еще 2. Так, 1 готов, и походу он так, красотка. Либо кто знает. Гайся. Ох, друзья, появились еще 2 отметки.
Погнали дальше. Пятый уровень. У нас также по 3 минуты. Нужно просто догнать преступникам и уже просто вести его. Так, вроде были две отметки. Да, прям на пляже две отметки. Нужно было съехать, наверное, на пляж. Ничего страшного. И, друзья, пишите комментарии, нравится вам мод или нет. Слушай, они, кажется, разъезжают в разные стороны. Это интересно. Догнать одного, потом догнать другого. А можно, по идее, просто выйти. А нет, нет, едет дальше. Так что поехали дальше. Найдем местечко, где можно спуститься и будем открывать огонь. Конечно, можно брать РПГ, дымовые шашки, коктейль Молотова и устраивать полный хаос. Вот так полицейский патруль красиво выезжает на пляж между двумя преступниками и открывает огонь, конечно, по первой машине. Пляжный сезон начинается. Полицейского патруля. Ребят, сколько вас там сразу? Трое, четверо? У меня как-то жестко прессует. Так, выходим, наверное, сразу берем автомат. И открываем огонь. Ух ты, да, там просто в мясо. Очень просто, нужно просто убить преступников и все. Там кто-то есть еще, нет, все, теперь мертвый. Теперь мертвый, а другой преступник поднимается наверх, на трассу погнал. Так, можно сократить его вот тут именно. Надеюсь, на камни мы не налетим. Давай-ка. Ух, красиво как. Было красиво, но тачку мы, конечно, разбили. Как тачка разбивается красиво. Это, по идее, тачка Робокопа. Сериал я бы еще записал, но, друзья, у меня есть другие рубрики. И я пишу сценарий для других рубрик. Ну что, у нас преступник спустился вниз. Можем просто вести его. И... А можно просто красиво вот так слететь. А здесь не получится. Меня подрезали. Слушай, ну реально очень быстро набирает скорость. И даже быстрее нас гоняет. Это и реально очень интересно. Чтобы устроить полный экшен, перестрелку, ребята в сторону. Мы едем просто по встречке, и нам уступает дорогу. Такого я еще не видел. Так, кажется, едет в нашу сторону. Вот, сигналит. Ты что ли мне сигналишь? А, отметка вроде это же. Ну-ка, выходим. Там, кажется, не чувак. Чувак, ты преступник, не преступник? Ну, по идее, есть красная отметка, значит, его нужно убить, друзья. А ну, выходи. Вот и все. Он готов. Появились снова две отметки. И погнали. Шестой уровень. Ох ты, да, это просто красота. Даже не знаю, до какого уровня, друзья. Ну, может, конечно, бесконечное, думаю. Так, секундочку, где-то у нас две... А, поехал дальше. Поехали за ним прям. Шестой уровень, 15 убийств. И спокойно едет такой. Прижаться к обочине, полицейский патруль. Даже не знаю, арестовывать, по идее, их нельзя. Вот так можно приезжать просто. Можно приезжать, хотя можно и попробовать арестовать. Ну, как... Там у нас два преступника. Открыл огонь! Ответно открыли огонь. Два преступника убили, а другая машина едет прям по пляжу. Время у нас не идет, в принципе, это хорошо, потому что преступники ездят очень быстро, и бывает даже 3 минут не хватает. Мы уже, кстати, за городом, и наблюдаем рассвет уже за городом. Так, ну что, он едет по пляжу, походу пляжный сезон продолжается, ребят, а мы пробуем, наверное, сократить. А можно прямо напрямик, вот так, красота сейчас будет. Главное не упасть в воду. Мне кажется, не очень хорошая идея была. Чувак, все в порядке, я тебя не сбил. О, он спускается. Мы тоже будем спускаться. Давай-ка, мы тут проедем, не проедем? Эх, конечно, проедем. Полицейские патрули везде проедут. Эй, чувак, навесь. Я пытаюсь открывать огонь. Да уйди в сторону, там уже сузишки мне открывают огонь. Хороший выстрел, походу, 2 трупа сразу. И последний. Нормально. Там есть еще, он раненый, походу. А он раненый, конечно, его нужно добить. 21-й будет убитый. Так, кто у нас ранен? Ты, чувак? Нет, походу, у нас в машине есть 4-й. Здорово. О, нормально. Подошли, убили, 3 минуты дали и поехали дальше. Интересно, будут у нас 3 машины, будут либо военные, танки какие-нибудь. Хотя, могу, конечно, я сам, а там, кажется, у нас 3 тачки, друзья. Ох ты, да, сейчас будет реально перестрелка. Нет, друзья, там 4 тачки. Вот это будет замес. Ну, ребята, держи свинца. Они ушли под воду, там остался 1 преступник. Где-то у нас еще, вон сколько их, реально их уже много. Так, мне присут, кажется... Как ее жестко-то просто. Красиво смотришься. Так, ну что, кто у нас убегает, там есть еще 2 машины, а преступник просто бежал, наверное, просто вышел из тачки. Так, секундочку, где-то прям по курсу. А, стоит, просто ожидает, что ли? Ах, нет, не ожидает, мы просто красиво его собьем. Да, это было красиво, конечно. И где-то есть еще преступник. Так, в тачке, походу, в текстуре застряла в песке. Что-то новенькое. Можно было, по идее, взять гранату и швырнуть туда. Но у нас только есть... Так, где чувак у нас? Так, я реально не вижу его. Он уже мертвый. А где нужно тачку взорвать?
Она реально как-то в песке застряла. Да, конечно, можно взять РПГшку, это дело взорвать. Так, бензобака у нас нету. Интересно, а смогу сесть в эту тачку? Нет, не получается. Хорошо, друзья, я думаю, мы закончим на этом нашу смену. Видимо, какой-то все-таки глючок, но можно, в принципе, взорвать. Сейчас вам, друзья, покажу, как это все делает быстренько. Эффектно. Так, нам нужно РПГшку. РПГ, и это дело взорвем. Вот так, красота. Нужно подойти чуть подальше, может сделать даже какой-то эффект. Вот так. Хо-хо-хо. Реально взорвали, 3 минуты нам дали. И у нас 8 уровень, друзья. Ну что, друзья, пишет комментарий, стоит сниматься этим модом, либо не стоит. Ну а с вами был Спикер, и увидимся в других роликах. Всем спасибо, кто смотрел, и до новых встреч. Всем пока.